Вы смотрите новости с 7 канала, и мы продолжаем выпуск. После обрезки тополя во многих районах города просто погибли. Местные жители считают, что деревья кронировали неправильно. Специалисты связывают это с устаревшими еще советскими критериями спила и таким же подходом. Когда деревья обрезают, несмотря на их возраст и состояние, в свою очередь в мэрии пеняют на погоду, мол, тополя не пережили аномально жаркой весны и заморозок прошлого года. Я говорю, скелеты какие-то. Жутко. Это сейчас из пышущих кислородом деревьев эти тополя в медицинском переулке превратились в скелеты. Еще прошлым летом здесь была зеленая аллея, потом пришли рабочие и обрезали их. Сейчас сухие голые ветки проглядывают из пышной листвы рядом стоящих живых деревьев. Да жутко, честное слово, жутко. Я и писала в газету насчет вот этих тополей вот этих. Ну, жутко смотреть. То есть до этого они зеленые, красивые? Да, я в этом году часто хожу в больницу, так и вижу и туда, и сюда. Жутко. Ну, они быстро засохли после обрезки. Ну, они, во-первых, уже старые, очень давно посажены, может, еще из-за этого. Деревья здесь действительно были старые, большинство из них высаживали еще в 50-е годы прошлого века. Но для людей непонятно, почему их ровесники продолжают расти, а они высохли. Ну, наверное, их надо просто спилить. Они же уже мертвые. Для чего они здесь нужны? Растут живые деревья, видите? Все нормально. Однако нормального в этом мало. Когда еще накануне дерево было зеленое и здоровое, а за считанные дни превратилось в сухостой. Пестрят голыми ветками деревья и в других районах города. На Крупской, возле Серебряного сквера, в Зеленой роще на Металлургов, Тельмана, а на Быковского аллее усыпано свежими пнями. Сложно найти район, где мертвых деревьев нет. Так оно и по Красрабу, и по Павлово, кругом. Так это не только здесь, вообще там вот по медицинскому переулку, вообще тоже я смотрю во многих местах. Но с другой стороны, как бы этот пух сильно нас напрягает, а считается, что тополя не очищают воздух. Но обрезают эти деревья не только из-за пуха, причем просят об этом сами жители. Люди опасаются, что ветки или даже стволы во время ветра могут упасть на машины или травмировать прохожих. В советское время город усеяли тополем бальзамическим. Он вырастает большим и ветвистым. Но изменились времена, а вместе с ними и застройка. И теперь в городе большим деревьям есть место не везде. У нас получается, что взрослые деревья, которые обрезают, виноваты лишь в том, что они высокие. 2 года стояло, деревья здесь стояли сухие. И теперь вот от этих деревьев остались только лишь пеньки. Это последствия неправильной обрезки. То есть глубокая обрезка для любого дерева – это очень травматичный способ обрезки. И подвергать ему можно лишь здоровые и молодые деревья. К возрастным тополям нужен особый подход. Пилить все деревья по одной технологии нельзя. Нужно учитывать длину и состояние веток, возраст побегов и самого дерева. Это и добило некоторые ветхие деревья. Проблемой погибших тополей в городе озаботились еще в прошлом году, но дали им шанс оклематься. Деревья не трогали целый год в надежде на то, что они оживут. Некоторые вернулись к жизни, но многие после зимней спячки не пробудились. Как говорят специалисты, если так произошло, значит, обрезка проводилась неправильно. Обрезают на пень, не заморачиваясь. Потому что если обрезать правильно, деревья, как правило, у нас высокие, это нужно нести достаточно большие затраты. Нужна автовышка. Нежели ты приехал слоями его, раз-раз-раз напилил, упаковал. Основная задача коммерческих как бы, компаний, предприятий – это не забота о деревьях, об их качестве, о ландшафте нашего города. Это больше срезал, больше получил. Что это, попытка заработать или некачественная обрезка, или все вместе, остается вопрос. В департаменте городского хозяйства гибель деревьев объяснили аномально жаркой весной прошлого года и пришедшими потом заморозками, из-за чего ослабленным возрастным деревьям не хватило сил раскрыть почки. Но чтобы не послужило причиной, важно то, что на сотни деревьев в городе с не самым чистым воздухом стало меньше. Елисей Савлюк, Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров и Данил Дубенко. 7 канал.